китайском квартале Милана пустынно, прохожих мало, закрытые двери и витрины, мертвая тишина. Всего несколько дней тому назад здесь было не протолкнуться. Желающих полакомиться китайской кухней в многочисленных ресторанчиках было хоть отбавляй. Но беспечность и веселье сменились напряженной озабоченностью. Запрет на работу всех баров, кафе и ресторанов с 6 часов вечера до 6 часов утра в действии. Мы находимся на улице Паоло Сарпи в Милане, сердце китайского квартала. Как вы видите, все магазины наглухо закрыты. На некоторых висят таблички, извещающие о том, что это лишь временно. Но если в других кварталах города днем еще наблюдается какая-то активность, то здесь все закрыто и днем. С прошлой пятницы в поездах Трейнорд в рамках борьбы с распространением коронавируса проводится усиленная дезинфекция. Число пассажиров сократилось на 60%. Некоторые поезда отменены. Наш поезд отменили. Мы приехали из Варезе и должны были сделать пересадку. Вокзал Милана после вспышки коронавируса почти пуст. Большинство прохожих добросовестно носят маски в надежде предотвратить заражение. Отменены занятия в учебных заведениях, в том числе и в Миланском университете. Экзамены отложены. Я должна была сегодня сдавать экзамен, другой завтра, еще один послезавтра. Но все экзамены отменили, мы даже не знаем, когда сможем их сдать. Мы слушали выступление мэра, и он сказал, что экзамены отложены пока на неделю. Но потом этот срок может продлиться на 14-15 дней, так что пока никакой определенности. Министерство спорта Италии отменило несколько футбольных матчей чемпионата страны. Другие будут сыграны при пустых трибунах.